сегодня в наш регион прибыла делегация Павлодарской области из Казахстана. Главная цель – обсудить вопросы сотрудничества в сфере АПК, пищевой промышленности, инноваций и новых технологий. Запланирована встреча с губернатором, посещение предприятий, индустриального парка и не только это. Стоит отметить, что в прошлом году объем взаимной торговли между Тюменской областью и Казахстаном увеличился на 60 с лишним процентов и превысил 112 миллионов долларов. Есть хорошие перспективы для дальнейшего роста, и это выгодно нашим компаниям. Сейчас экспорт значительно превышает импорт. В Казахстан мы в основном отправляем молочные продукты, полимеры, лесоматериалы, стеклотару.